часто люди рассматривают альтернативу Польше, Чехию. Где лучше, в Чехии или в Польше? Ну, могу рассказать на своем примере. Когда лет 5 назад, наверное, я приехал сюда, в Польшу, изначально я не задумывался о стране Польши как о стране, где можно заработать, жить и все остальное. Но когда увидел и попробовал сам, я понял, что это достаточно развитая страна в этом плане. Здесь очень-очень много всевозможных перспектив. И если посчитать даже со стороны Чехии, да, в Чехии может быть где-то заработок на каких-то 100-200 долларов больше в целом, но там при этом и жилье немножечко, жизнь дороже, скажем так. Жилье чуть дороже, продукты дороже, сама жизнь, скажем так, дороже. И при этом, если сравнивать с Чехией, то здесь заработок может быть одинаковый, но плюсы в том, что здесь ты можешь находиться гораздо больше, при этом гораздо больше и заработаешь. Понял. То есть получается, что в Чехии виза будет короткая, в Польше она может быть длинной, плюс ее можно продлять. В Чехии нельзя продлять визу. Да, дело в том, что в Чехии законодательная база в этом плане немножечко хуже работает. На предприятии, насколько мне известно, человек не может работать более 2 месяцев. Если он работает, хочет больше 2 месяцев, ему нужно, ну, достаточно большой пакет документов собрать с подачей как бы на вид на жительство или что-то в этом роде. И это, ну, достаточно сильно сковывает людей в этом плане, которые приехали первый раз в эту страну, не зная языка, не зная всех законов данной страны. Немножечко сложнее там легализироваться, скажу так. Понял, хорошо. Кстати, мы приехали в хостел, да, это хостел? Да. Сколько здесь живет человек? На данный момент здесь около там 30, наверное, человек. 30 человек, понял. Идем снимать, друзья, смотрите.